Здравствуйте, меня зовут Елена Коваленко. Я топ-лидер MLM-компании и эксперт в области продвижения MLM. И сегодня я хочу поговорить об очень важной теме. Сколько нужно уделять времени в день, чтобы стать топ-лидером компании? Очень странно, когда люди обещают, что если вы уделите всего лишь 2-3 часа в день, то вы станете богатым, знаменитым, станете топ-лидером компании, будете ездить в круизы, будете зарабатывать огромные деньги и кататься на шикарных автомобилях. Я вам могу сказать, это все неправда. Ведь вы приходите в бизнес, и в любом бизнесе, чем больше ресурсов временных вы отдадите, тем лучше будет результат. Поэтому не ведитесь никогда на эту иллюзию. Если вы будете уделять 2-3 часа в день, то, соответственно, для вас это будет максимум дополнительный заработок. Вы сможете зарабатывать, ну, $200-300 в месяц. Но если вы хотите высоких, хороших результатов, то полюбите этот бизнес и поймите, что ему нужно уделять хорошее количество трудовых часов в день. Задай себе вопрос, ради каких денег ты готов работать. Тщательно изучи всю информацию, которую дает тебе спонсор и дает тебе компания. И ты поймешь, сколько в день нужно тратить своего времени. Давайте сравним с линейным бизнесом. У меня тоже есть опыт в линейном бизнесе. И я знаю, что там нужно тратить много времени, чтобы выйти на определенный результат. Почему я выбрала именно MLM-бизнес? Потому что здесь есть крутой рычаг, за который ты дергаешь, и у тебя все идет в 3, а то и в 5 раз быстрее. Что же это за рычаг? Рычаг – это твоя команда. Ведь если ты работаешь один, если ты открываешь свой линейный бизнес, например, магазин косметики, к примеру, или продуктовый магазин, то ты работаешь там один, ты втягиваешь туда свою энергию, вкладываешь финансовые ресурсы, временные ресурсы. Люди, которые твои наемные работники, они об этом совершенно не беспокоятся, как раскрутить твой магазин. Но в MLM-бизнесе совершенно другая ситуация. Ты набираешь команду, и люди, которые в твоей команде, они не наемные работники, они твои партнеры. И у них у всех есть общая с тобой идея, огромная цель, ради которой они все и будут делать. Так вот, представь, если ты в день будешь тратить 6 часов, и плюс еще 10 человек в твоей команде будут тратить 6 часов, то в день у вас получится 66 часов. Это же круто! Естественно, результат будет намного быстрее. Вот почему в нашем бизнесе нужно тратить время. И нужно тратить время не одному, а со своей командой. И тогда ты добьешься крутых, в общем, результатов. Поэтому я вас еще раз призываю. Не ведитесь на рекламу 2-3 часа в день, и ты миллионер. А лучше найдите себе хорошего спонсора, который качественно будет вас сопровождать, с хорошей системой пошаговой, благодаря которой вы быстро вырастете. И вкладывайте те ресурсы, которые вы можете вложить. Тогда вы добьетесь очень крутого результата. Итак, давайте под этим видео обсудим данную тему. Встречались ли вам такие предложения? Что вы о них думаете? И как вы сами предлагаете бизнес, если у вас уже он есть? Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, конечно же, не пропустите мое следующее видео. С вами была Елена Коваленко. Пока-пока!